Очень необычный велосипед Мерида Mission Speed LRS. Это очень-очень древний двухподвес, причем он весь на промподшипниках с необычной такой подвеской, с одним поршнем на очень древнем Shimano Dior XT Avid. Что такое Avid и почему это Shimano, я не знаю, это, видимо, какая-то легенда древняя. Смотрите, какие покрышки Maxxis, очень старинные тросики и рубашки необычные. Чем велосипед ездил на самом деле немного. Мы здесь поправили петух, был петух очень сильно кривой, и настроили задние тормоза, и все. Втулки Dior, необычная вилка в таком вот грязнючем состоянии. Dior монетки классические. Самое необычное, это, конечно, вот такая подвеска с одним поршнем. Воздушная подвеска.